Это невыносимо. Три часа дожидаться, чтобы мне подали завтраку под чашку шоколада. За дело пора мне браться. Там виноват во всем я. Да, это ясно. Я лапшу на судьбу свою напрасно. За кроткий нрав наказан я ужасно. Терпина, терпина! Долго ждать мне, что стоишь словно сонный, очнись же телефоне, а где терпина? Ну-ка, живее, дубина, ну скорее дай терпину. Боишься ты, какой ты трюк. О, глупость, эту девчонку для того и воспитал я, любил ее, лелеял, баловал я, как дочь свою родную, чтоб мне в награду за все, моя студентка, хоть могла бы госпожою. Вот так могла служата госпожою. Это все изменить пора настала, ее мерзость носить мне не пристала. Thank you.
твой кошмар, наш твой кошмар. И тут и там, повсюду хлам, повсюду хлам. И беспорядок ходит. Здравствуйте! И рождения нет, и рождения нет. Полюбуйтесь, на посмотрите, на полюбуйте, как мы росли. На полюбуйте, как мы росли. Один отец, да нет, ты будешь вечно. Ты все права, один отец, да нет, пусть пойдет, один отец, я пусть уйдет, один отец, никто нет, да права. Как издеваться, ты там во мне, ты там во мне. Ой, что терпила, свистит.
как? Ясно. Ты что? Ко мне. Сил нет больше терпеть. Палку. Дай мне респони. Дай скорей. Thank you.
мама. Но при чем же здесь ты? Кто может знать? Как посмела ты мечтать? Кто может знать? Обдумать твое ночное положение. Верное рассуждение. Время не теряла. И что ж? Скоро все случилось, ты бы мне всего добилась. Бывает в них случится больше, чем в доме. Все несомненно, а можно ли узнать, кто он? Да, он военный. Кто ж он, твой нареченный? Он капитан Задорный. Вот как имя. Верьте мне, ему подходит. Тебя все это разве не пугает? А что? Хотел такой сердцу не страшит.
Очень тяжко.
Come on.
Thank you.